Купание закончилось трагедией. В Березине утонул 15-летний подросток. ЧП произошло в воскресенье в районе так называемого Гусиного луга на границе 5 и 6 микрорайонов. По информации Могилевской областной организации «Освод», компания молодых людей отдыхала на берегу. Один из них решил нырнуть, прыгнул с берега и ушел под воду. Спасатели выехали на место происшествия по тревоге. Водолазы извлекли тело из реки. «Освод» напоминает, чтобы купание не закончилось трагедией, нужно соблюдать правила поведения на воде. Район, который прозвали Гусиным лугом, печально известен. Каждое лето там тонет по несколько человек. Очередная трагедия произошла около года назад. 11 июня 2019 погиб 14-летний мальчик, учащийся 32-й школы. Чтобы не подвергать свою жизнь опасности, стоит купаться в специально оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.